Итак, всем привет, это Рототока, и сегодня мы будем опять снимать битву музмехов. Ха, видно, что я нахожусь на 8 месте среди 30 участников. Но вряд ли это место так важно. Ну, скорее поднимешься в рейтинге, но это вряд ли. Ха. Так, битва началась. И сразу можно увидеть, что здесь в основном 9 уровень и не так много 10 уровней. Но можно сразу начать вносить мелких. И они как бы не очень повлияют, но все равно. Я начну выбивать сильных, так как я сильный среди сильных. Типа... Конечно, я сильнее меня. О, вот этот вот. Наш топчик. А у них сейчас найдем. Вот этот. У них топчик. Сейчас за кадром играет музычка. Это хоть как-то веселит, что ли. Не знаю. Вот еще у них топчик. Блин, у них много топовых мехов. Вообще, у нас... Что у нас такие мелкие мехи? Это нечестно вообще, офигеть. Кстати, у меня этот музмех Титан поднялся на 3 уровень уже. Разрух у меня 3 уровня, да. Но теперь у меня Титан 3 уровня. Кайфово просто вообще. Ваш. Ну, у нас единственный топовый это... А, Драмер. Ну, думаю, он... Я его раньше видела, он сильный. Он помогает хорошо. Тащит. Блин. Юль, 69. 69. Ха. Так, она, наверное, сейчас в щит уйдет какой-нибудь, так как она не спит. Поэтому, блин, страхово ее как-то вносить. Очень страхово. Очень. Могу этому лучше. Асаса, на каком я месте? На 5-м. 5-й это норм. Норм. Нормуль так. Паяжуб. Вот он. Все равно бы не вытащили. Какого хрена? Фак. Это нечестно. Его все спящие выносят. Блин. А. Вообще пипец. Ну, сейчас я попробую Юль вынести. Если она, конечно, не уйдет в щит. Если она уйдет в щит, мне такой минус будет. Ужас. Просто ужас будет. Капец. Блин, не знаю, у меня привычка всегда в рейтинг засматриваться. Я не знаю. Потому что если я продую, то это будет капец. Громкость. А-за-за. Хоть бы у меня крит был. Крит. Блин. Фак. О, бич. Пляж, да. Мертвый бассейн. Короче, только сегодня посмотрела Дэдпула. И, ну, не так скажу, что он топчик для меня. Этот актер классный просто. Норм. Он в последнее время очень часто что-то снимается в супергеройских фильмах, что ли. Фак. Кого вынесем. Не, его не надо, потому что он не спит. Найти его. Блин, не заметила. Ладно. Спящих-то зачем? Идиоты. Тупые люди.
О, я топчик. Каев. Каев. Ему повезло, что этот Дереми или Драмер. Повезло, что тут он сам созидатель, еще тут созидов много. А ты Юль 69. Орел 69. Ха. Спящий сейчас его выносит. За-за-за-за-за. А-за-за. Азазель. Давайте сейчас мелкий повыносим. Воу. Выносим мелких. Круто. Кайф просто. Не слили, наверное. Угу, точно. Все разбрелись такие. Не ценим в одного. Капец просто. Драмер, держись, драмер. Чё вы меня сливаете, пиздюки? Нечестно. Нечестно, вы чё, охренели? Спасибо, спасибо. Сепас, сепас. За лечебку. Следующим я, наверное, с Созидателем поиграю, но, возможно, не увидите так, как и так долго. Долго чё-то. Прошлое вообще долго получилось. И, по-моему, мы выиграли. Но я вообще дно было. Полное дно. Так же, как сейчас. Дно. Днейше. Днейше. Лол. Магнитку слили. Азаза. И этого слили. Эх. Ща. Если у меня крит будет, я поднимусь вверх. Вверх. Короче, я его буду сливать. Я не буду тратиться. Я лучше потом куплю какую-нибудь хрень классную для прокачки своего перса. Ну, точнее, для меха. У него 5 хп. За хрена на него 9. Тем более гранатами вы его вынесете. Вообще вынесете. Тем более кто? Кто гранаты Юкая и Гара. Юкая и Гара. Да блин, вы вытащите. Вообще, блин, идиоты. Не понимаю. Какие они идиоты? 5. Что-то нас сливают. Что-то нас сливают. Ло-ло-ло-ло-ло, где моя любимая песенка? Потерял свою песенку. Вот нашла. Итак, дальше. Дальше меня сливают. А это что-то это. Обида. Обида на вас. На всех. На всех обида. Ни хрен меня сливать. При этом я нормик там держусь без фазеров. С одной только лечилкой. Но без лечилки я бы вытянула запросто. Ну блин. Сложно. Сложно. Гр. Не зальет сейчас.
Этот летсплей очень быстро закончится. Мур-мур-мур-мур-мур. Мур-мур-мур-мур-мур. Лан. Лан, просто так. Последний ход. Надо уйти эпично. Через фазеры и отражатели. Да. Было бы прикольно. Блин, что-то слишком много я душу. Микрофон. А это плохо. Поэтому звук просто ухудшается. А это плохо. Сучка. Ни хрена себе. Эпично ушла. Просто вообще. Вась. Сразу через крит. Бич. И сдох. И сдох. Ладно, сейчас посмотрю, кто я в рейтинге, и все. Вась. Могла бы вытянуть. Ну, ладно. Я просто покажу сейчас своего титана. Че? Не дым. Я могла играть с помощью титана, но у него атака слишком уж фиговая. И у него... Думаю, у него второй левел. Я лично не знаю левел, какой у него моего станчика. Ну, я здесь вижу плюс один, а у этого плюс три. А у Созидателя вообще нисколько. Блин. Вообще, блинский. И, как обычно, бой. Не знаю. Обычный. Вообще обычный. Так как у меня стоит много этих штучек, то я очень быстро как бы закончу этот бой. И поэтому... Как ярко светятся наши глаза. Ведь нам нравится, когда наши тела сближаются. И снова до утра мы не будем спать. Живая тела, шагает тебя. В общем, у меня стоит чел-лидер. Сноровка и выживание. Ну, еще карамелька. Ну, думаю, и не знаю. Потом напишу, вытащила или нет. Так как очень долго получается. И поэтому спасибо за просмотр. Не слили, как вы заметили. И поэтому я заканчиваю это видео. Так как это бессмысленно. Я могу, конечно, купить крылья ангела. Но надо было сразу купить. В общем, спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся. Хз, конечно, никто меня не смотрит. О чем это я? В общем, спасибо и пока. Кому понравились песенки, вы их, наверное, видели. Но если качество хреновое, я отвечу вам в комментариях, что за песня. Хз просто. Ну, в общем, пока. Пока.